А вот в Грузии этой ночью, даже несмотря на выходные, произошел антиполицейский взрыв. В Батуми люди жгли патрульные машины и дрались с копами. Спровоцировал массовые беспорядки обычный штраф, который патрульные выписали водителю за остановку в неположенном месте. Сумма была непомерно большой. Потом заявили очевидцы. Мол, водитель ехал с похорон сына, жене стало плохо, он остановился у аптеки, за что его оштрафовали на 200 лари. Это более 2000 гривен. За нарушителя заступились местные жители. Слово за слово, завязалась потасовка. Нескольких человек задержали, после чего уже сотни жителей Батуми вышли на улицы. Требовали освободить задержанных и уволить шефа полиции города. Устроили настоящий погром. Для разгона протестующих применили слезоточивый газ и даже резиновые пули. В результате в больницы попали более 30 человек, и митингующих, и правоохранителей. Четыре десятка участников акции задержали.